Экокурорт Ди Каприо показали на первых фото. Курорт будет располагаться на острове в Белизе, принадлежащем голливудскому актеру. Первые фотографии проекта курорта Блэк и Доркей на одноименном острове в Белизе, принадлежащем Леонардо Ди Каприо, появились в сети. Частично функционировать курорт начнет уже в будущем 2018 году, о чем отмечено на сайте Restorative Islands. Сообщается, что курорт включает 68 вилл и 48 частных домов. При этом стоимость каждого объекта в диапазоне от 5 до 15 миллионов долларов США. В официальной информации о проекте отмечено, что курорт будет функционировать на полностью возобновляемых источниках энергии. Его создателям потребовалось 12 лет на то, чтобы минимизировать вред окружающей среде. В ходе работы над курортом была совершена пересадка мангровых лесов, а под водой появились искусственные рифы, которые должны содействовать жизни морским обитателям. Ранее корреспондент Нет сообщал, что актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал 1 миллион на помощь пострадавшим от урагана Харви. По материалам сайта news.com.